Казахстан можно использовать как платформу для обмена знаниями и опытом в сфере реализации устойчивого развития, а также делиться совместными идеями. Об этом на встрече с госсекретарем Гульшарой Абдыкалыковой сообщила генеральный комиссар ООН на выставке Экспо Джихан Султаноглу. На встрече стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе в области гендерного равенства, защиты прав детей, окружающей среды и гражданской службы. Госсекретарь отметила переход на новый этап взаимоотношений республики с ООН, а также поблагодарила организацию за поддержку в создании Центра зеленых технологий и инвестиций на базе Экспо. В завершении встречи Гульшара Абдыкалыкова пригласила гостю принять участие в предстоящем международном форуме «Женщины за энергию будущего». ООН очень гордится тем, что Казахстан стал одной из первых стран, которая на парламентском уровне приняла обязательства по исполнению устойчивого развития до 2030 года. Тематика выставки взаимосвязана с целями устойчивого развития ООН. Это ликвидация бедности, обеспечение устойчивого и инклюзивного экономического роста, защиты окружающей среды. И, конечно, все эти вопросы не решить без устойчивости нашей энергосистемы.